ограбили и украли 5 миллионов рублей. 22 апреля в Уфе в магазине электроники «Технолаб» по улице Маршала Жукова 1/2 произошло вооруженное ограбление. Камеры наблюдения в магазине стали свидетелями преступления. Причинили вред здоровью мне и сотруднику. Сотрудника залили перцем, мне, угрожая пистолетом, приказали лечь на пол. Злоумышленники вынесли 5 миллионов рублей и смартфоны со склада на сумму 300 тысяч. В МВД по Башкирии ЮТВ рассказали, что по факту ограбления возбудили уголовное дело. Полицейские пытаются установить личности злоумышленников, а магазин обратился к людям за помощью в поиске в своих социальных сетях. За информацию о грабителях он предлагает вознаграждение – 500 тысяч рублей.